этого матча? Какие впечатления вообще? Ну, двоякое такое. Первый там и второй получились разные, наверное. Вот. Конечно, ощущение радостное, что первая победа в сезоне. До этого были одни ничьи. Вот. Первый тайм, можно сказать, провалили, второй получился, как планировали. Помните свой гол? Как все произошло, как получилось? Ну, что, конечно, получилось. Принял мяч и остался один на один с защитником. Удачно убрал и забил гол. В целом, как можете охарактеризовать соперника сегодня? Насколько сильна была Уфа? Ну, мы рассчитывали на то, что она во втором тайме потеряет активность. Вот. Потому что играют на два фронта. Во втором тайме немного они подсели, и мы воспользуемся этим. Физически они подсели. Спасибо. Уже один сегодня гол и два голевых паса, в том числе вам. Серьезное получать крепление получилось «Динамо» в его лице. Ну, конечно, это же не открытие чемпионата. Все знали, как он играет. Он хороший пас отдает. Много голевых передач, сам забивает. Все знали, кого брали. Вот он и показывает. А слышали, как болельщики кричат широко, где усиление? То есть «Динамо» требуется еще игроки? Такого не слышал. Не слышали? Мне, может быть, не обратил, да. Ну, вам тяжело вот в таком кадровом дефиците играть, что у вас ограниченное количество игроков? Не обращал на это внимания. Есть недельный цикл подготовиться. Думаю, всех молодые, все сильные подготовятся. Конечно, усиление всегда надо. Следующий матч со «Спартаком» какие мысли? Ну, мысли какие могут быть? Я думаю, всю неделю будет ажиотаж. Что наше руководство, что наши болельщики будут нас до матча уже готовить, как говорится. Вот ждем этой игры с нетерпением. В предыдущем чемпионате удалось лишить «Спартак» второго места. Что вы в этом сделаете? Ну, в этом... Порвете? Наверное, если мы победим, мы просто поднимемся выше по турнирной таблице. То есть, получается, обычная игра? Ну, нет, она не обычная, но в данный момент это начало чемпионата. Ничего не ясно, кто будет бороться за чемпионство, кто за выживание.